добрый вечер. В эфире проект «Смотри. Хабаровск», в студии Олеся Куприна. И вот что наша команда подготовила для вас к этому часу. Несмотря на санкции, в крае ситуация стабильна. Итоги 2022-го подвел Михаил Дегтярев на расширенном заседании правительства. В крае продолжится реализация флагманских проектов, которые губернатор запустил в прошлом году. Абсолютное понимание, как двигаться, перемещаться, прикрывать. На базе Российского университета спецназа в Гудермесе добровольцы проходят специальную подготовку перед отправкой в зону СВО. Отряд, сформированный из членов Российского союза боевых искусств, посетил полпред Юрий Трутнев. В будущем я хочу выступать на Олимпийских играх. Больше 150 спортсменов съехались на предновогоднее первенство Хабаровска по борьбе. На соревнования заглянули олимпийский мишка, Дед Мороз и мэр краевой столицы Сергей Кравчук. Итоги работы за уходящий год подвел губернатор Михаил Дегтярев на расширенном заседании правительства. В прошлом декабре глава края представил стратегию развития региона на ближайшие годы. Для повышения качества жизни разработали 5 флагманских проектов. Их задача – создать в регионе новые рабочие места за достойную зарплату, повысить уровень здравоохранения, сделать комфортную инфраструктуру в населенных пунктах, а также развить сферы инноваций и туризма. О результатах расскажут наши корреспонденты. Несмотря на санкции, в крае ситуация стабильна. Это результат мер поддержки на федеральном и региональном уровне. Задачи, которые ставит перед страной президент Владимир Путин, реализует стратегия развития Хабаровского края, а именно 5 флагманских проектов. Один из важнейших результатов направления «Край комфортного проживания» — в регионе удалось сохранить темп переселения жителей аварийных домов в комфортные квартиры и снос бараков, в том числе на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. С 2019 года жилищные условия улучшило более 2500 жителей края. Мы в этом году справились, хотя и средства из федерального бюджета поступили в октябре месяце. И 23-й год, где у нас поставлена задача расселить полностью проспект Октября, я уверен, что мы справимся вместе. Экономика и бизнес региона адаптировались к новым условиям и повысили темпы производства по ведущим отраслям. В энергетике, судостроении, добыче металлических руд, обработке древесины и рыбопереработке. За год создано 26 инвестпроектов, привлечено 166 миллиардов инвестиций. Среди приоритетов — развития российского авиастроения. В этой задаче страна во многом опирается на авиазавод «Комсомольска-на-Амуре». По производственному центру корпорации «Иркут» мы уверенно наращиваем возможности для запуска в следующем году уже импортозамещенной версии «Суперджет Нью». И напомню, что на полях Восточно-экономического форума мы заключили соглашение на 89 самолетов уже обновленной импортозамещенной версии с компанией «Аэрофлот». Еще одно направление, которое мы работаем в авиастроении, это, конечно, самолет «Байкал». Михаил Владимирович Дегтярев сегодня останавливался. Мы здесь работаем уверенно и с Министерством по развитию Дальнего Востока, с Министерством по развитию промышленности и торговли Российской Федерации. Вместе с ними мы расширили территорию опережающего развития Комсомольск. Эта площадка уже на сегодняшний день идет разработка проектно-сметной документации, и уже в следующем году начнется строительство. Сфера здравоохранения в Хабаровском крае завершает год с большим достижением. После перерыва на 14 лет проведена успешная трансплантация почки. На следующий день еще одна операция подобного рода. Я хочу всех поздравить, особенно наших врачей, с этим историческим событием. Оба пациента чувствуют себя хорошо, уже идут на поправку. В краевой больнице номер 1 имени профессора Сергеева открыты центры лучевой диагностики, колопроктологии. Увеличен набор в медуниверситет и медколледжи региона, что помогает бороться с кадровым голодом. На недавнем парламентском часе министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко сказал, что только 38% выпускников медицинских вузов возвращаются в отрасль. Хабаровский край здесь не является исключением, и, естественно, мы будем работать. И программа «Земский доктор», «Земский фельдшер» на следующий год запланировали мы 78 человек привлечь. И Михаил Владимирович уже дал команду по увеличению финансирования этой программы со стороны регионального бюджета.
Одна из задач края – обеспечить к 2024 году высокоскоростным интернетом все населенные пункты региона, в которых живет более 1000 человек. В 18 из них в этом году появилась связь. К 2030 году интернет должен появиться во всех селах и поселках численностью более 100 человек. Не кошмарить бизнес. Такую задачу в этом году поставил президент страны, введя мораторий на проверки предпринимателей. В Хабаровском крае эти меры помогли многим малым и средним предприятиям. Более 30 тысяч человек, которые просто вышли из тени, теперь законы ведут свою деятельность. У них пока нет возможности создать индивидуальное предпринимательство, либо общество с ограниченной ответственностью, но у них есть возможность уже вести бизнес. Самое главное, все будут получать от этого плюс. Бизнес получает правильную стоимость с ведением предпринимательской деятельности, а государство получает налоги. По уровню образования Хабаровский край занимает 8-е место в России и 1-е на Дальнем Востоке. В этом году сданы в эксплуатацию 2 школы в Мичуринском и Хабаровском районах. Для учебных заведений в отдаленных населенных пунктах закуплены 37 новых автобусов. Для льготников края введены круглогодичные субсидии на перелеты по региональным маршрутам, появились дополнительные рейсы в северные районы. И, конечно, в приоритете помощь мобилизованным гражданам и их семьям. По запросу Восточного военного округа закуплены и переданы приборы специального назначения, автомобили, предметы экипировки, снаряжение. Полностью укомплектован минной батальон «Генерал Корф». В следующем году в Хабаровске начнется строительство нового межвузовского кампуса, а также парка для экстремальных видов спорта в районе арены «Ерофей» и центра уличного баскетбола. Уже определено место для нового корпуса Дальневосточного художественного музея. Его возведут вдоль набережной Амура. Анастасия Незнанова, Николай Трохин. Смотри Хабаровск. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края утвердило проекты освоения лесов для изыскательских работ подъездной дороги к будущему горнолыжному комплексу «Хихцир». По данным Центра инновационных технологий якорного инвестора проекта, сейчас на территории «Хихцира» строители обустраивают траншею для прокладки трубопровода, системы оснежения, монтируют и настраивают светильники и линии сетей связи канатной дороги. Подъемник готов примерно на 70%. Экскурсии в производственные цеха помогают повысить узнаваемость бренда, привлечь новых клиентов, а еще будущих сотрудников. В Хабаровском крае множество предприятий, которые могли бы показать свое производство широкой публике, однако экскурсии проводят единицы. В правительстве региона считают необходимым развивать эту работу. Как помогает в этом акселератор развития промышленного туризма, узнавала Виктория Зыкова. Я видела, как это делается, и, в принципе, доверие уже есть к этому. То есть нету всяких красителей, которые могут привести к чему-либо. Больше доверия, больше клиентов, выше продажи. Экскурсии на фабричные цеха позволяют бренду повысить лояльность к своей продукции. Плюс финансовый интерес. За возможность заглянуть за кулисы производства гости, как правило, платят. Есть и еще одна причина в пользу таких экскурсий, хоть и не очевидная. Возможность заинтересовать и практически подготовить себе же будущие кадры. На своем примере приходят ребята с профильных 11 классов, к примеру, там физико-биологический какой-нибудь или микробиологический, начинают задавать вопросы, а почему здесь, а почему так, а как формируется эта кристаллическая решетка единая этого продукта, а почему мороженое не перемешивается с водой, там, в чем нюанс. И им начинаешь объяснять уже по уровню микробиологии, и им это гораздо интереснее. Все плюсы экскурсии по производству обычно скрытому от чужих глаз демонстрирует акселератор развития промышленного туризма. Это всероссийский проект, который объясняет промышленникам, зачем и как строить экскурсионную деятельность на своем производстве. Устраивает для них большой лекционный курс со спикерами со всей страны. Выигрывают все. Туристическая отрасль получает новый вектор развития, предприятия молодых и заинтересованных сотрудников, а дети – профориентацию. Хабаровский край – один из 30 регионов России, который прошел отбор и получил возможность работать в рамках акселератора. По практике, например, завод по производству соков, они испытывают острую нехватку в инженерах и технологах. И наша задача встретить эти две категории, то есть чтобы технологи знали, что они могли пойти на практику производственную, либо на стажировку на то или иное предприятие. То есть в этом нам поможет Министерство образования и науки края. Всего 10 компаний Хабаровского края сегодня участвуют в акселераторе. Среди них Комсомольский на Амуре авиастроительный и Хабаровский судостроительный заводы, аэропорт Невельской, а также предприятия пищевой промышленности. Виктория Зыкова, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.
Крупные бренды сворачивают работу в России. Но у хабаровчан нет повода для грусти, ведь можно не покупать одежду в масс-маркете, а шить ее на заказ. Во время санкционного давления количество работы у мастеров, которые трудятся на себя, постоянно растет. Моя коллега Наталья Чернышова побывала сегодня в одном из ателье, чья хозяйка уже много лет шьет все от вечерних платьев до шуб. Видите, трикотаж. И сверху такими тоненькими полосочками настрачивается мех. Здесь будет кружевная кокетка, расшитая кружевом. Платье из меха пока никто не заказывал, говорит Юлия Закарян. Но если потребуется, заказом справится. Ателье меха и нарядов мастерица открыла 5 лет назад. До этого 20 лет проработала предпринимателем. Но продавать сшитую кем-то одежду надоело. Захотела создавать свое. А как? А вдруг? А возраст, а дети, а нет образования специального дизайнерского. Там, а что люди скажут? Ну, конечно, сложно. По образованию по швейному я Скорняк, мастер по пошиву меховых изделий. Но кто сошьет шубу, тот сошьет и платье. За месяц Юлия может шить 4 шубы, не считая заказов на ремонт одежды. Но работать только над одной вещью ей скучно. Ведь мастер не машина, а творческая личность. Допустим, на пошив юбки я сейчас не помню сколько, ну, примерно 4 часа, да, вот по нормативу дается. Естественно, я не шью ее за 4 часа, потому что я чуть-чуть пошью юбку, чуть-чуть пошью платье, потом пошла шуба, потом кто-то зашел. Так работать, безусловно, интереснее, так работать быстрее. Я оформляла социальный контракт. И вот на социальный контракт была куплена вот эта вот скорняжная машина. Сейчас есть тоже в планах оформить контракт в 23-м году. Ну, тоже планы большие, я их озвучивать не буду. Ну, в общем, на покупку техники тоже. В 2017-м Юлия начинала как индивидуальный предприниматель. Через 3 года решила сменить вид налогообложения и стала самозанятой. Я считаю это плюсом, то, что в пенсионный фонд самозанятым не нужно платить. Это, конечно, безусловный плюс. Из минусов я не могу брать себе на работу людей, потому что ну, я и не могу справляться сама, да, потому что работы много. И в то же время помощников я брать не могу. Юлия Закарян дважды участвовала в хабаровском конкурсе «Золотое лекало». Санкции и уход из страны крупных брендов открывают для российских дизайнеров окно возможностей. Все больше хабаровчан обращаются в ателье за платьем или перешить костюм. Работы хватает. Пуховичок шью, да, кто-то не может купить, кто-то не может найти. Нет размера, нет какого-то чего-то, что хочется. Люди приходят, заказывают. В плане заказов в лучшую сторону. В плане тканей и ниток, ну да, у нас нет своего производства, у нас нет. Заказываем, да, подорожало. Ну, в общем, найти возможно. А еще Юлия Владимировна – мама 4 детей. Младшая Эмма иногда помогает в ателье. Все успевать просто, говорит мастерица. Нужно просто любить то, чем занимаешься, и верить в себя. Наталья Чернышова, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск. На дополнительных выборах в Законодательную думу края по Краснореченскому одномандатному округу победила Ирина Агафонова. Директор 83-й школы, кандидат от «Единой России», обошла 4 оппонентов, набрала почти 60% голосов, при явке 8,5%. Ирина Аркадьевна займет место Софьи Епифановой, сложившей полномочия в сентябре этого года. Хабаровск забрал рекордное количество наград на международном смотре-конкурсе лучших городских практик «Город, где хочется жить». Участие в нем приняли больше 30 российских муниципалитетов. Хабаровск подал 46 заявок и получил больше всех наград – 21 диплом. Город награжден за создание сквера русских сказок в парке «Северный», организацию майского вальса и победного вальса, благоустройство двора на Сысоева 8 и 12, системное развитие ТОСов, комплексный подход к поддержке ветеранов и многие другие практики. Дипломы также получили централизованная система массовых библиотек Хабаровска, дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние» и все районы города «Больше других» – «Индустриальный».
На базе Российского университета спецназа в Гудермесе добровольцы проходят специальную подготовку перед отправкой в зону СВО. Сейчас там тренируется отряд, сформированный из членов Российского союза боевых искусств. Среди них есть и бойцы из Хабаровска. С ними встретились сопредседатели РСБИ, первый заместитель руководителя администрации президента, обладатель 6-го дана айкидо Сергей Кириенко, полпред президента в ДФО, обладатель 7-го дана по киокусинкай Юрий Трутнев, а также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Подробности далее. До добровольцев из Российского союза боевых искусств обучает опытный спецназ. Из них сформируют отряд «Союз». Уже 5 января бойцов перебросят в зону СВО. Абсолютное понимание, как двигаться, перемещаться, прикрывать. Добровольческий отряд РСБИ «Союз» объединил бойцов из Москвы, Татарстана, Крыма и других субъектов. Всего 17 регионов, в том числе 3 дальневосточных – Якутия, Приморье и Хабаровский край. Как правило, это мастера боевых искусств и спортивных единоборств. Сейчас они приобретают навыки военных дисциплин. Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Инструкторы из университета спецназа обучают бойцов стрельбе, топографическому ориентированию и специальным инженерным навыкам. Так как в отряде много военной техники, квадрокоптеры, средства связи и другое радиоэлектронное оборудование. Вот если этот щиток будет не из оргстекла, а из металла, и если здесь кевлар повесить, можно? Чисто теоретически грузоподъемность позволяет 350 килограмм. Кевлар легкая броня, она допустима. Щиток, он как бы больше имеет функцию, чтобы ветер не дул водителя. Пулеметчик сидит, работает, ему в любом случае нужен обзор. А щиток, он, можно сказать, водитель смотрит сверху щитка. Не, чисто теоретически можно поставить. Все равно спокойнее, если здесь. Ну, конечно, да. Но у нее задачи как бы немножко другие. Это разведали диверсионная, то есть отработали, ушли, да. Вы-то знаете. Да, но все равно как. Так, да, это возможно. Мы можем, но сегодня помогать, но через центр, но он нашим военным, с МВД, Росгвардии. Всем структурам. По словам Рамзана Кадырова, в Российский институт спецназа в Гудермесе стоит очередь на подготовку бойцов. Только в Союз боевых искусств входит более 70 спортивных федераций. В них занимается около 5 миллионов человек, среди которых есть добровольцы, готовые отправиться в зону СВО. Сейчас мы прервемся на рекламу, а после вернемся и расскажем про первенство Хабаровска по борьбе. На соревнования заглянул даже Дед Мороз. Про открытие главного новогоднего городка на площади Ленина в этом году концепцию изменили по предложению губернатора. И про бременских музыкантов, которые заехали не на час, а в постоянный репертуар Краевого музыкального театра. Об этом и не только сразу после небольшой рекламы на телеканале Хабаровск. Оставайтесь с нами. В эфире проект «Смотри Хабаровск», в студии по-прежнему Олеся Куприна, и мы продолжаем. «Луч солнца золотого», «Мы к вам заехали на час» и другие легендарные хиты вновь зазвучали в Хабаровске. Премьера мюзикла «Бременские музыканты» прошла на сцене Краевого музыкального театра. Первыми спектакль увидели более 300 ребят из детских домов и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Праздник для детей помогли организовать краевые министерства культуры, соцзащиты и Дальневосточный Сбербанк. На премьере побывала наша съемочная группа. Легендарные «Осел», «Петух», «Пес», «Кот» и «Трубадур» на сцене Краевого академического музыкального театра. Культовых бременских музыкантов в нашей стране знают все, как взрослые, так и дети. Сразу детство вызывает. Однозначно детство, такая радость. И очень захотелось погрузиться в эту атмосферу. Помню, что там были 4 животных и мужчина. Они вместе путешествовали по миру и пели. Охрана, встает охрана.
Премьерный показ мюзикла собрал в Хабаровске тех, кто больше всего верит в сказку. Билеты на спектакль получили более 300 детей из детских домов, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Я думаю, что эти инициативы очень важны, потому что сегодня, в той ситуации, которая есть сейчас у нас у всех, очень важно дарить ребенку праздник. И Хабаровский музыкальный театр дарит этот праздник. И я думаю, что сегодня, когда мы можем сделать счастливыми, мы можем подарить чудо ребенку, это объединяет нас. Мы, сколько бы лет нам не было, верим в сказку, добро, чудо, и что волшебство обязательно восторжествует добро, и все мечты и все желания будут сбываться. У кого-то это желание здоровья, у кого-то это желание об улучшении своего материального положения, у кого-то это желание просто получить какой-то заветный подарок. Сбербанк – один из организаторов спектакля. Проект реализован при содействии всероссийской социальной платформы «Сберегаем то, что любим вместе». Уникальный сервис, разработанный Сбером, объединяет тех, кому нужна помощь, и тех, кто желает помочь. Портал является навигатором по благотворительным фондам, социальным программам, сервисам и инициативам, мерам государственной поддержки граждан. Этот проект Сбер смог реализовать при участии платформы «Сберегаем то, что любим вместе». И я уверена, что каждый из нас может творить чудеса, совершая добрые поступки, совершая добрые дела. После спектакля сказка для ребят продолжилась. В фойе театра дети получили подарки, подготовленные Сбербанком. Игорь Сукачев, Степан Крокус, «Смотри Хабаровск». Больше 150 спортсменов Хабаровска и гостей из других регионов съехались в эти выходные на предновогоднее первенство города по борьбе. На соревнования заглянули олимпийский мишка, Дед Мороз и мэр краевой столицы Сергей Кравчук, чтобы поздравить юных борцов с приближающимися праздниками. Подробности в сюжете Максима Иванакова. Олимпийский мишка выводит на ковры парад первенства Хабаровска по борьбе. Участвуют мальчики в возрасте от 10 лет и младше. Но несмотря на юный возраст спортсменов, амбиции у них самые взрослые и серьезные. В будущем я хочу выступать на Олимпийских играх. Свои намерения борцы подтвердили обещанием перед мэром Сергеем Кравчуком. Обязательно принять участие в Олимпийских играх. Обещаете? Ну и в преддверии Нового года я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, дорогие ребята. Пожелать вам счастья, добра, удачи, хороших спортивных результатов. Хорошо, хорошо, Влад, давай, давай. Ложи давай на него. Ключик делай. Юные спортсмены показывают богатый арсенал приемов. Много прогиб, бедро, рука, голова, туловище. Ну иногда накат. Несмотря на праздничную атмосферу на соревнованиях, борьба за победу остается на первом месте. Конкуренцию хабаровчанам составили борцы из Уссурийска, Сибирцева, Комсомольска-на-Амуре, Совгавани и Сахалина. Всего в схватках приняли участие более 150 спортсменов. Спортивный дух всегда сохраняется в данном виде спорта, так скажем. Но и приурочено к тому, что поздравить детей сладкими подарками, чтобы дети почувствовали новогодний праздник, но не забывали о том, что это все-таки соревнования, их годовой, так скажем, отчет. Детям именно они и нужны. Именно они нужны. Здесь все начинается. Здесь начинается их старт, взлет, их карьеры, занятия борьбы, ну и какое-то общение. То есть этот коллектив именно воспитывает ребенка, детей, нас всех. И здесь тот самый правильный, на мой взгляд, коллектив, который все-таки оставит отпечаток на молодого, сильного человека. Сладкие призы получили все участники, вне зависимости от занятого места. Максим Ванаков, Иван Юров, «Смотри Хабаровск». Лучших футболистов и хоккеистов среди студентов определяют в Хабаровске. Дальневосточная государственная академия физической культуры проводит фестиваль игровых видов спорта, в котором приняли участие команды крупнейших вузов города. Подробности в следующем сюжете. Yeah.
финальной игре соревнований по мини-футболу столкнулись две команды из Дальневосточной государственной академии физической культуры. Несмотря на то, что студенты представляют один вуз, на поле о дружбе приходится забыть. Очень принципиально. Конечно, не хотелось проигрывать первой команде. Тем более, очень сказывается то, когда одна команда называется ДЛГАВК-1, а вторая ДЛГАВК-2. Очень хочется доказать, что мы первые. Турнир проходит по круговой системе, но именно в последней игре решалось, какая из команд займет первое место. Удача улыбнулась сборной ДВГАВК-1. Она переиграла соперников со счетом 6-5 и взяла золотые медали. Получилась борьба. Мы одна команда. Нас поделили на два состава. Но нет такого, чтобы был первый или второй состав. Во втором тайме мы расслабились, отпустили игру. Еще бы минутку мы проиграли. Фестиваль игровых видов спорта среди студентов – это часть федерального проекта «Приоритет-2030». Кроме Дальневосточной государственной академии физической культуры, в соревнованиях приняли участие команды ТОГУ, РАНХИКС и Дальневосточного юридического института МВД России. Фестиваль стартовал в начале декабря, стартовал на хоккее. То есть вчера хоккейный турнир закончился, сегодня заканчивается мини-футбольный турнир. Еще предстоит нам сыграть футбольный турнир. Фестиваль игровых видов спорта среди студентов завершится уже на этой неделе. Игорь Сукачев, Максим Артиков, Смотри Хабаровск. В эту субботу сотни хабаровчан зажгли елку вместе с Дедом Морозом, покатались на горках и сыграли в кёрлинг. Так прошло открытие новогоднего городка на площади Ленина. В этом году площадь украшена совсем не так, как раньше. Дизайн и концепцию сменили по инициативе губернатора края Михаила Дегтярева. Понравилось ли горожанам это? Они расскажут вам дальше. Площади Ленина нас проведет Валентина. Валентина, расскажите нам, пожалуйста, про елку. Елка в этом году новая. Добавили к конструкции елки еще и светодиодный купол, такой шатер, звездное небо, которое будет сиять каждый день. Диаметр купола у нас 10, ой, радиус купола у нас 10 метров от макушки до, собственно, опор. И здесь, ну, очень много, в километрах гирлянды. Елочка у нас искусственная, это, наверное, ключевое нововведение. Ранее елка была у нас из живых елей состоящая. И надеюсь, что она прослужит нам очень долго и будет радовать жителей края. Это аллея муниципальных образований Хабаровского края, как муниципальных районов, так и городских округов. Она у нас расположена по двум сторонам, рядом с ледовой скульптурой Хабаровский край. 19 елочек, каждый район наряжал свою на свое видение в единой стилистике со всей площадью. В этом году у нас 4 горки, 2 взрослых, двускатных, каждый скат разной высоты для разных возрастов, и 2 горки-малышки для совсем маленьких ребят. У них высота до 1,5 метра. Они невысокие. Ну и новое развлечение на площади, которого никогда не было. Это поле для кёрлинга. Тренировки будут проходить 2 раза в неделю, открытые, бесплатные для всех желающих. Расскажите, пожалуйста, что это за палаточки, вот что интересного там продается? Это торговые павильоны фестиваля ярмарки «Амурфест Зима». Здесь у нас представлены мастера декоративно-прикладного искусства. Таких корнеров у нас 5. Также 6 торговых домиков фестиваля зимнего, в котором располагаются представители общепита, наши местные рестораторы, чтобы у всех посетителей площади была возможность согреться горячим чаем, глинтвейном, перекусить. Дед Мороз видел, а горки не каталась. У Деда Мороза желание загадала, подарок попросила? Да. Что попросила? Кукулёв. На горках покатались и увидели очень красивые елку, фонтан красивый очень. Что больше всего понравилось? Горки. Больше всего елка. А тебе? Тоже елка. Очень красиво, очень здорово. Посмотреть, да, и порадоваться за людей, как все у нас здесь хорошо и удачно, красиво. Я ждал Деда Мороза, и мне очень сильно понравилось. А площадь? Поистине настоящее, новогоднее, как у меня на родине,
Вот я хочу, чтобы все площади России были такими яркими, чтобы детвора и младый стар приходил и веселился, и радовался этому событию. Нет на свете слов прекраснее. С Новым годом! С новым счастьем! С наступающим Новым годом вас также поздравляют Александра Пискун и Иван Юров. Смотри, Хабаровск! После Нового года хабаровчане также не заскучают. На площади Ленина вплоть до 8 января спланированы соревнования, мастер-классы и много активных игр. Например, футбол в валенках и веселые старты. Хабаровский край все ближе к миссии стать восточной столицей России, заявил Михаил Дегтярев. И в этом направлении регион продолжает развитие. Стратегические направления губернатор обозначил сегодня на итоговом расширенном заседании правительства края. Полная версия трансляции после рекламы и прогноза погоды на телеканале Хабаровск. Оставайтесь с нами.